Сразу два органа самоуправления – Совет прокуроров и квалификационно-дисциплинарная комиссия – появятся при прокуратуре Украины. Избирать туда будут юристов, адвокатов, правозащитников и, естественно, самих прокуроров, но только тех, кто не занимает высокие должности. Раньше таких органов не существовало в принципе, и прокуратура больше напоминала военизированную структуру. Теперь же Совет и КДК будут решать как глобальные вопросы функционирования прокуратуры, так и защищать, а также наказывать нерадивых сотрудников. Они рекомендуют кандидатов на назначение увольнения прокуроров на административные должности, рекомендуют генеральному прокурору назначить того или иного руководителя на административную должность, обеспечивают вопросы независимости прокуроров, а также рассматривают обращение прокуроров при наличии угроз такой независимости. Выбирать членов Совета и комиссии будут на Всеукраинской конференции прокуратуры. А сегодня в Харькове выбирали делегатов, которые туда поедут. Путем тайного голосования определили 25 человек. Вновь создаваемые органы самоуправления прокуратуры – это именно тот инструмент, который соответствует современным европейским тенденциям и призван в первую очередь обеспечить соблюдение статуса прокурора и минимизировать влияние на прокурора при принятии решений со стороны политически мотивированных должностных лиц. Выборы органов самоуправления прокуратуры состоятся 22 апреля. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».